Как, делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и сегодня вместе с вами мы будем сражаться против хейтеров. Мы попали в бар, и это все хейтеры. Наша задача всем... навалять, короче, всех убить, и тогда мы пройдем уровень и попадем в следующий как раз-таки уровень. Игра на самом деле очень даже интересная, и давайте посмотрим, что же с этого получится. А если ты хочешь видеть продолжение, ты знаешь, что нужно делать. Лепить огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик, я обещаю, как только мы наберем 25 тысяч лайков, я сразу же выпущу продолжение. Не надо переключать, надо смотреть ролик до конца, и ты поймешь, в чем же заключается суть этого ролика и этой игры. Хейтеров, как вы видите, очень даже тут много. Бухаешь? Как только я хотя бы одного пну, мне сразу будет жопа. То есть сразу все на меня сбегутся и сразу все начнут меня бить. Поэтому изначально мы давайте выясним, что же тут можно делать. Ага, это пинать. Ага, это защищаться. Это... ага, это ногой пинать, а это что-то подобрать. То есть я могу кружку подобрать, хорошо. А как... а может... Я могу ее кинуть. Ладно. И там у меня сверху какая-то супер сила есть. Но я не знаю, как ею воспользоваться. Ну ладно, ладно, зараза. Смотрите все на меня, да? Смотрите! Банда мунструфтеров. Как называется вот эта рок-банда? Это Майнкрафтеры 69, я уверен, так и называется. Хорошо, что у нас тут есть? А тут охрана, да? Тут я сюда не могу заходить, да? Смотрите на меня. Вам вообще пофиг, да? Вам еще... а если я ваш... Я случайно не хотел ему ногу поранить! Начинается, хейтеры. Ёханый баба, хейтеры на меня сагрились. Хорошо. Куда ты стол унес? Отдай! Смотрите, кому-то уже кишки тут наружу выпустили. Ты чё? Бухаешь, сволочь, да бухаешь. Ножик! Туда же! Смотрите, как они меня пинают. На, под затылок! И тебе... они уже, сволочи, как меня тут нашпиговали. Смотрите, они мне уже два раза ударили, и у меня уже жизнь... Отдай кей! Так, хорошо, что я могу взять? Я могу стол взять, на... а если по башке тебе? Сразу минус два одним столом! Что я могу подобрать? Дайте мне бутылочку. Ты чё на меня лезешь? Я, пацаны, давайте вот этих Майнкрафтера 69 трогать не буду. Они хорошие ребята. Гитару отдал! На! Да ты ж... ёханый баба, у меня уже половина сердечек осталось! Сердечек, знаете, как в Майнкрафте! Ты куда убежал? Нате! Кружку! Слушайте, я не думал, что так все сложно будет на самом деле. Я думал, это как-то попроще будет, ну... сразу! Давайте на второй этаж! Минус. Апа. Я буду просто вас бросаться. Чё вы на меня сразу все побежали? Тут есть кто-то? Да, бутылочку. Разбить, как... ёхань. Как ее разбить об стенку? Монтировка! Воу, наблевал тут. Ёпты, РСТ, почему они так сильно меня бьют? Мне кажется, даже не смогу первый уровень пройти. Двое на два, пацаны, так нечестно! Да шо... все, мне осталось одно сердечко. Мне осталось одно сердечко. Двое на одного опять! Кому? Ты на меня со стулом бежишь, да? На! Вот это пинок, вот это я ляху накачал, конечно. А, бежит на меня, бежит! На, по хлебальнику! Не подпущу никого! Пацаны, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Кто на меня, да чё на меня так много людей бежит? Ты сдох или ты не сдох, я не могу понять. Ты сдох? О, ты чуть по мне не попал, ты вообще по... мой сруфтер! А! Я умер. Я сделал только 11 киллов, а тут 78 человек. Ладно, давайте еще одну попыточку сделаем. Left
Control Crouch, блок. А, тут даже блокировать можно! Тут можно блокировать. Пацантре, я не хотел вас бить в прошлом раунде. Тут я сюда не могу зайти. Хорошо, в этом раунде надо как-то покурать. Есть? А-а-а! Да чё вы, я просто на кухню зашел! На! Да как они меня так сразу бьют? Короче, давайте мы сделаем так. Давайте вы просто будете... Ядрить, колотить. Давайте вы просто будете драться, хорошо? Давайте вы просто по центре будете драться. Да как вы меня как вы попадаете в меня? Давайте вы просто будете драться. Дайте я уже наконец-то скажу. Вы просто будете драться, я буду тут убегать, хорошо? Вы друг между другом. На! Табуретка. Да чё вы все за мной бежите? Я ничего не делал, я просто на кухню зашел. Ты не вставай, лежать! А, музыка прекратилась. Музыка прекратилась! Я не хот... Ладно, сейчас включим свою. Да-да, минус. Во-во-во, все, пацаны, да. Да почему за мной вот эти кукарачи бегают с кухни, а? Корейцы или кто? Я не могу понять. Дайте мне ки, пожалуйста, спасибо. Кому под затылок? На. Все, больше никто не бегает. Сраку! 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 Меня этот шеф-повар просто закукошил с одного удара. Просто с одного удара. Ты это слышал, Майнкрафтер? Так, в этот раз я банду не буду трогать. Пускай банда играет. Мне кажется, она очень даже прикольная. Слушайте, я до сих пор ни разу не использовал какой-то супер-удар. Сраку. Сраку. Я просто всем буду ки в сраку засовывать. Нате! Опа! Табуреткой по башке! Слушайте, как вас много тут. Ты еще и бухает, еще... Он еще успевает бухать. Слушайте, он и меня бить хочет. Еще и бухать успевает. Как так-то? Ты что за мной бежишь, а? Че? А! Да че вы, монтировка? Хватит за мной бежать. Заколебали. Вы смотрите, смотрите, как вы уже с... пол заляпили. Баба Зина будет отмывать неделю это. Заколебали. О! Ты чё, пробежал мимо и даже не поздоровался, сударь? Ёханый бабай, ты прям на кусочки разлетелся. А, испугался, вот сейчас ты испугался, вы... Да я не хотел вас трогать, я просто микрофон стырил! Ты чё, тут завис, да, гнида? Он испарился просто. Воу-воу-воу-воу! Как? У меня есть какой-то шок, ага. У меня есть суперсила, 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 суперсила. Ни хрена себе! Ты это видел, Будулай, ты это видел? Прикольно. Я кому-то просто в хлебало засадил. Ты куда Майнкрафтер убежал? Да где? Суперсила, стручек, какие... Дайте ножик, пожалуйста, спасибо. Ты что-то на меня... Кто сильнее? Ты со столом или я с ножиком? Смотри, я ему прям черепушку пополам раскрошил. Тут никто за мной не бежит, никто за мной не бежит. Так, хорошо, тут есть у вас какая-то... Ой, тут что, и подвал есть! Я тут стукнул меня! Ядрить, колотить, опять вот эти будулаи со своими ножиками вылезли! Ты куда побежал? Во-во-во-во, да хватит! У меня есть опять вот эта волна, но я ее не хочу использовать, потому что у меня есть еще какой-то... Он даже кинул... Гнида! Ты еще жив. О! Дайте мне зарядить, пожалуйста. Дайте мне зарядить мою суперсилу. Кей! Кому в сраку? Тебе. О! Он меня с одного удара почти убил. Ядрить, колотить. Ты понимаешь, что ты меня чуть-чуть не убил. Я не буду это все заново начинать. Я это все заново не буду начинать. Я тебе пол лица раскромсал, как ты жив еще? Все, минус. Вам... У меня берсерк какой-то, берсерк. Слушай, я катану поднял. Ты еще жив. Берсерк! О! Ядрить, колотить. Ядрить, колотить, а всех с одного удара убиваю.
Ёханый бабай. Вот это я понимаю, берсерк. Жалко, вот я туда к этим подняться не могу. Так, хорошо, где моя катана? Где моя катана? Вот, этот ножичек мне пригодится. У вас тут все нормально, пацантре? Кто жив? Кто мертв? Снизу вроде уже никого нет. Пацаны, вам помочь? На похлебалу. На похлебалу. О-о-о! Кто там с... Чё за зомби? Ты же... Я не буду все это заново проходить, если я сейчас умру. У вас тут все нормально? Буду лая. А-а-а, все с вами понятно. Куда вы побежали? Почему вы от меня убегаете? Ты еще жив? Ты еще жив? А! Шоквейв, шоквейв. Ага. Ударная волна готова. Ударная волна. Ты за мной бежишь? Да. И ты за мной бежишь? Кто еще за мной бежит? Все? Все, музыка закончилась. Да, музыка у нас закончилась. Кто пинается там столько, не могу понять. Тут есть кто-то? Здорово, ёпты, здорово, здорово. Дайте мне пистолет, если тут есть какой-то пистолет. Здорово, пацаны, я не хочу. Я не хочу. Пацаны, пацаны, просто. Пацаны, я не хотел. Я ничего не хотел делать. Тут еще банда какая-то у вас, да, получается? Ёханый бабай, сколько же вас тут много. Дай. Мачете, ёпты! Где кто-то там кого-то стукает, не могу понять. Ёханый бабай. Пацаны, у вас там все нормально, не могу понять. Все живы, все здоровы. Да, поднимайтесь, поднимайтесь. Я не хотел, я просто... А! Да что? Я не мог... я не мог выбраться. Ты за мной бежишь, старикан, да? Ты за мной бежишь. Я знаю, я знаю. Я тебе сразу не понравился, да? Я тебе сразу не понравился. Я так и понял. Что это такое? Подносы всякие. А, это тарелка. Хочешь тарелку? На лазанью. Табурь. О! Ты шо меня пугаешь, жопошник? Пульт! Или это не пульт? Дайте мне берсерка и всем просто жопа. Еще 9 человек! А! Смотрите, какие жестокие подъехали. Еще 9 человек осталось. 8. У меня еще есть ударная волна. Гитара, слушайте. Получал когда-то похлебалу гитарой? Вот сейчас получил. Так, 8 человек, я даже не знаю, где они. А, боксер, смотрите, боксер. Боксер, лови! Словил! Мощный боксер. Боксер, лови! Словил! Лови! Словил! Лови! Да слушайте, что такое боксер мощный? Я боксера убить на стейком! И стейк словил! Да сколько нужно вообще кинуть тебе табуреток в лицо, чтобы ты умер? Служу, это как босс! То есть он даже не отлетел! Жопошник, он такой жестокий, то что он даже не отлетел. Так, минус один я сделал. Убил! Ну ты и гнида, конечно. Чё ты такой слабый вообще оказался? Я всего лишь где-то 30 табуреток тебя бросил. Это типа кипящая вода, да? Ладно. 5 человек. Мне вообще интересно, что у меня за последняя суперсила. Я ее даже ни разу не использовал. Ты хотел меня ударить, да? Ты хотел меня ударить. Вот вы где сел! Ладно, по очереди будем вас табуретки бросать. И последний, да? Если этот последний меня убьет, гнида. На, не встанешь даже, не встанешь! Я... Улетела в космос. Так, мне нужно выйти. Это выход, да? Я убил 78 человек.
У нас есть следующий уровень. Это в диско-клубе. Поэтому, если ты хочешь видеть следующий уровень этой просто мозга взрывающей игры, ставь огромнейший палец вверх прямо сейчас. И также не забудь, что самое главное, подписаться на этот канал. Подпишись на канал, нажми на колокольчик. И обещаю, как только наберем 25 тысяч лайков, я сразу же выпущу следующую серию. Поэтому все зависит только от тебя. Ставьте лайкусики, если не хотите табуреткой в лицо, как вот эти все боксеры. Спасибо, Улечки, вам всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.